Бля! А, ебать! Погнали, нахуй! Ты ебанутый! Огонь! Огонь! Здорово, чуваки, это новый видос, и сегодня мы приехали вот в такие вот дикие джунгли, чтобы снять для вас новогодний ролик. Мы не нарушаем традиции, и поэтому каждый год снимаем веселые новогодние видео. И этот год не исключение, чуваки. Сегодня по плану сделать из этой малышки супермощный снегоход, который будет просто огнем херачить в разные стороны и развивать максимальную скорость 200 километров, чувак. То есть мы приделаем к нему дохуя всяких разных фейерверков и похуярим вот туда. Короче, чуваки, сегодня здесь я, как обычно, вот здесь вот мой инстаграм. Подписывайтесь. И вот Алан. Здорово, чуваки. Сегодня подлетели просто на дикое место. Нашли вот такую прям крутейшую горку. Так что вам уже стоит поставить лайк и подписаться. Ну давай тест. Тест-драйв. На суефа. Ну ладно, го. Суефа, суефа. Бля! Чуваки, едет Алан, я пиздец рад, потому что вчера, когда мы здесь были, пытались снимать этот ролик, я уебался прям знатно. Чуваки, запомните меня молодым. Давай дрифт какой-нибудь, ёбни. Да, сука, пиздец страшно. Да не тормози, не тормози! Чуваки, до Нового года остались считанные дни. Ни один Новый год не обходится без всяких новогодних штучек, фейерверки, там, мишура. И в прошлом году мы закастомили куртку Тараса. До Нового года остаются считанные часы, мы хотим вам сделать такой подарок. Ой, спасибо. Ну ладно. Сделали пранк на его бате. То есть вот, смотрите, тут со всех сторон наклеено много шаров. И сегодня мы взяли вот такие вот штучки. Мощные ракеты, чуваки, самые мощные ракеты на Диком Западе. Мы их будем приделывать вот так вот. То есть поедем и будут искры нахуй хуярить. Мне кажется, должно получиться мега весело и мега опасно. Ну, самое главное, мега весело. Да-да-да. Чуваки, пожалуйста, не повторяйте того, что увидите в этом видосе. Мы большие профессионалы своего дела. У нас тут огромная бригада сзади, которая дежурит и смотрит за всей этой ситуацией. Пожалуйста, не повторяйте, это все пиздец как опасно. Ну и плюс нам есть 18 лет, чтобы использовать вот эти штуки. И еще, ребят, помимо этих фейерверков мы приделаем множество всяких новогодних украшений, которые где-то у нас в рюкзаках лежат. Сейчас мы займемся апгрейдом этого нашего снегохода и будем уже тестить и делать апгрейд. Первое, то, что нам нужно сделать, это приклеить вот новогодние шарики, чтобы снегоход был максимально похож на снегоход Санта-Клауса. Это чуваки ебашим. Тарас занимается апгрейдом, он туда уже налепляет мишуру. Вот, чекайте. Что скажешь-то? Мне кажется, получается достаточно прикольно. Это чисто елка, которая ездит. Чуваки, декорации готовы, но это еще не все, потому что следующее то, что мы будем делать, начинать тестинг с ракетами. То есть самую первую ракету ставим, самую слабую. И Алан сейчас попробует проехаться. Самое главное, ребят, это надежно примотать, потому что иначе она может вывалиться и поджечь пукан Алану. Фух, чуваки, я на самом деле пиздец как волнуюсь, потому что это... Мы такого еще жесткого вряд ли что-то делали. Давай, Алан, ты готов? Да. Малышка на стартовой площадке. Сейчас пойдет отсчет. Ебать! Охуеть! Охуеть! Ебать! Я типа думаю, ну все, лайтово, она горит. А потом останавливаюсь, она хлопает, я вообще обосрался. Чувак, ну это самая лайтовая пушка пока была, нет. Чуваки, тест прошел более чем удачно. Просто я полетел со скоростью света. Оно еще в конце взорвалось. На наше удивление, честно, я очень сильно испугался, да. Все, чуваки, мы начинаем делать уже мощные ракеты. Засовываем. Мы приклеили ракеты второго уровня. Эти ракеты гораздо жестче, чем первая была. Плюс их еще и три. И Алан сейчас уже похуярит вниз. Чувак, ты готов? Давай, хуярь! Заезд прошел. Я думаю, это было, ну, такое себе. Это все связано с тем, что, во-первых, я смог поджечь только одну. Типа, остальные не успели загореться. Если бы я продолжал поджигать, то мы бы все взорвались. И в итоге Алан поехал. И из-за того, что эти штуки попадали в снег, и они просто щелкали, и в итоге никакого жесткого эффекта не было. Но сейчас мы попробуем две вместе поджечь, а следующая у нас есть супер мощный фейерверк, который уже
покажет, на что он способен. Но я думаю, что он прям пиздец мощный. Let's go! Ебать! Вперед! Ты даун? Похуярили! Я все-таки посмотрел на этого дурачка и решил тоже занырнуть на эти наши санки мощные, чтобы проверить, страшно это или нет. Потому что вы, блядь, сами слышали, как он визжал. И сейчас я тоже проверю на этой последней ракете, которая у нас одна осталась. А потом уже Алан поедет на самой мощной. Ебать! А, ебать! Погнали, нахуй! Огонь! 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 Прицепили третью, самую последнюю нашу штучку. Ну, конечно, Тарас очень весело упал. Сейчас, я надеюсь, не повторю его судьбу, и все будет заебись. Все, давайте погнали. Ну, чуваки, это просто пиздец. Какой мощный бадабум там. Кстати, смотрите, у нас все шарики выпали. Остался единственный, вот он, золотой. Садись, садись, чувак! Блядь! Вау! Вау! Ой, блядь! Ебать! Ты долбоёб! Ты ебанутый! Ой, ебать! Короче, заезд прошел просто офигительно. Никто такого не ожидал. Мы просто миллион лет поджигали этот фитиль, но потом он как начал херачить. Причем это были необычные, как вот на втором уровне. Они прям такие кругляшки, они даже на снегу сразу не выгорали. Но это было очень прикольно. И это было очень страшно, когда этот дурачок поднял, я думаю, что он делает? А он поднимает и стреляет в меня с вот этими самыми мощными ракетами. И она прям вот буквально пару метров от меня взорвалась. Я думаю, ебать он даун. Это просто какое-то было безумие. Но с другой стороны, это было еще и весело, потому что в Новый год всегда должно быть что-то веселое. Но это еще, чуваки, не последний ролик новогодний. Следующий будет еще круче. Так что, чуваки, спасибо большое, то, что досмотрели этот видос до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты и также звоните в колокольчик. Я надеюсь, то, что этот видос вам зашел. Всех с наступающим Новым годом, ребят. Скоро новый видос. Последний в этом году.